наши напевы. Видимо, генетическая память у нее хорошая, просыпается. Привет тебе, малышка. Салют от древней Руси. Под барабанами древней русские напитки медовуха сбить, дорогие друзья, на ярмарке. Огромное количество медов и продукции фермерских хозяйств. Ярмарка «Медовый спас» приветствует вас в Анапе 2021. Мы говорим «Крепкий род, сильная родина». Здоровый народ, основа национальной безопасности Руси. Вспоминайте свои традиции и культуру. На барабанах для вас работает этногруппа «Матерь Сва» «Славянские барабаны». Мы вспоминаем традиции Руси изначальной. Быть добру, солнце за нас. Ну и помните, что русские, украинцы и белорусы – единый славянский народ. Быть добру! Напоминаю, под барабанами старославянские оздоровительные напитки на меду, на травах. Мы за здоровый образ жизни. И напитки, изготовленные в Институте медоварения Санкт-Петербурга по древнерусским рецептам. Сбитый у нас вишневый, уровень брожения как Вася, медовухи чуть побольше. Напитки у нас живые, поставите в тепло, брожение будет продолжаться, холод остановится. Выбирайте сами, но вкус будет меняться, потому что брожение выедает сладость. Семен выедает, поэтому будет закисление. Сейчас то, что нужно и по вкусу, и по уровню брожения. Вспоминаем традиции древней Руси. Это не наша с вами война, не война народов.
а война тех уродов, которые пытаются нас поссорить, расчленить и поодиночке уничтожить, как это и сделали с Советским Союзом. Поэтому думайте, вспоминайте, да пребудет с вами сила и мудрость. Встречает вас и здесь, на ярмарке «Медовый Спас», с вами этногруппа «Матерь Сва», славянские барабаны. Вспоминаем традиции Древней Руси. Безопасности Руси, вспоминайте свою традицию, не будьте иванами, не помнящими своего родства. На берегу черного теплого моря мы вспоминаем традиции, казачьи традиции, русские традиции, традиции ярмарочной Руси. На барабанах для вас работает этногруппа «Матерь Сва», славянские барабаны. Под барабанами древние русские оздоровительные напитки, на беду на травах, вишневый взлетит и медовушка. Вспоминаем традиции Руси изначально. Yeah.
человечек, дурачок, взял пол хлеба, взял веревку, сделал ее со мной, чтобы надеяться, чтобы там были.